Мастер спорта. А Крылов надо я. Мы смотрим Подгорного. Прекрасное начало. Молодец, вытянул. Молодец, вытянул. Это совершенно справедливое сейчас замечание, потому что чуть-чуть он мог оказаться не на том месте. Так, борется парень, молодец. Молодец, Женя, потому что, ну, хочется, все-таки он самый здесь именитый, самый взрослый и самый опытный гимнаст, уже пора ему поставить точку. Да, настроение у него чувствуется, сейчас есть настроение. И как-то я невольно вспомнил, как он вчера так добро давал интервью, вспомнив о том, что у него сын есть. Видно, он его хорошо в этом плане разряжает, когда он имеет возможность с ним пообщаться. Это тоже очень все приятно и важно. Конечно, они все там озверевают от однообразия. И прямо там базу озера круглое, то там особенно похвалиться нечем в бытовых условиях. Ну что ж, молодец. 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 Мы думаем, что это первый. Да, скорее всего, Женя все-таки должен получить оценку выше 9,3. Итак, да, у нас у Крылова 9,3, у Голоцуцкого 9 ровно. Посмотрим, где же окажется Подгорный. Впереди или где-то, может быть, среди? Думаю, чуть-чуть в одну десятую должны их разделить все-таки. Если тому 9,3, то этому 9,4, 9,35 надо ставить. 9,4, да. Ну вот, все справедливо, честно. Ну что, скажу. Женя чемпион России на вольных упражнениях и абсолютный чемпион России накануне. Второй Евгений Крылов. И третий у нас Антон Голоцуцков.